может быть, просто ощущений. Не все ощущения по телу, вот эти энергетические сгустки, это сгустки напряжения. Пробуем вот этим инструментом контроля и управления вниманием, пробуем эти сгустки, ну, во-первых, сначала обнаружить, потом растянуть на больший объем, если вот где-то вот точечно что-то такое подгорает, что-то вот чувствуется как интенсивность, пробуем это растянуть на больший объем по телу, почувствовать вот эту вот энергию сгустка на большем объеме. Немножко потеряв в яркости ощущений, но приобрести в такой вот в амплитуде. Распространив шире эти ощущения или глубже. Хорошо, ну, как обычно, шавасану и медитацию я не регламентирую, потому что это процессы, которые могут и подзатянуться, и я рекомендую, чтобы они подзатягивались хотя бы иногда у вас. Вот. А может быть, вам нужно пишите уже куда-то бежать. Как чаще всего я стараюсь, чтобы у нас практика была уже самораспределенная внутри самой программы, чтобы у нас не было необходимости отдельно как-то глубоко работать с усвоением вот этого. То есть у нас, продолжая кулинарно голодный, что ли, я вроде нет. Продолжая вот эту кулинарную аналогию, то есть блюда подаются таким образом, чтобы вот сначала они такие легкие, и вот первые блюда, которые вы съели, они уже переварились к концу обеда, когда вы доедаете еще последнее какое-то блюдо, вот первые уже переварились. То есть у нас все, практика так устроена. Вот я стараюсь, чтобы у нас не было каких-то революционных, там, жестких изменений влияний, драматичных, травматичных, вот, потому что мне кажется, что это возможно. Когда-то я считал, что должно быть вот смещение точки сборки, что каждое занятие должно прямо быть сильным и изменяющим поток жизни, событий и восприятия. Сейчас я понимаю, что, по крайней мере, для того уровня, ну, скажем так, мастерства или какого-то вот опыта, который я наработал, вот сейчас это можно, наоборот, вот эти вот травматичные, драматичные перемены делать и переходы вот эти вот делать таким образом, что в моменте, и даже и незаметно, кажется, ну, ничего и особо и не произошло. Но потом, ретроспективно, посмотрев назад, вспомнить, какое было состояние физики, психики, жизненного потока, жизненных обстоятельств, то вы видите, что изменения реальные, кардинальные и порой даже радикально меняющие вот то, что было и то, что есть до-после. Вот. Но в моменте это все воспринимается очень комфортно, мягко, аккуратно. По крайней мере, такую задачу я себе ставлю. Без потрясений, но рост и позитивная стабильность. Вот вернулись к названию сегодняшней программы. Предназначение, успешный поиск себя, позитивная стабильность и рост. Чтобы это было одновременно. Хорошо, сегодня мы успели две программы сделать, их четыре. Еще две у нас так виртуально висит в памяти. Либо, как я говорил, запросите в мастер-группе, я пришлю те
части программы предназначения, которая уже есть.